Театральный номер, а также песни, танцы и другие направления своего творчества показывали семьи Шахтинска. Конкурс «Семья года» провели во Дворце культуры города. Рецепт семейного счастья узнается из нашего следующего материала. Конкурс «Семья года» в Шахтинске проходит уже на протяжении 3 лет. В состязаниях принимают участие все от мала до велика. И молодые семьи, и те, кто живет вместе уже много лет. Сегодня принимают участие 5 семей из Шахтинска и ближайших поселков. Одна из целей конкурса – сплотить семью и показать их совместный труд. Организаторы подготовили много заданий, и не все дались участникам легко. Конкурс прошел замечательно, зажигательно, весело. Были различные этапы в конкурсе – творческий, прикладной, кулинарный. Конкурс «Вопрос-ответ», когда мужчины отвечали на вопросы касательно их жен. Ну, практически все справились с заданиями, было очень интересно на них посмотреть. Нам кажется, что подобные конкурсы, они помогают сплотить семьи, потому что семья – это самое главное, что в жизни есть человека. Участники конкурса танцевали, пели, показывали юмористические номера и даже театральные сцены с настоящими декорациями и костюмами. Для жюри составили много поделок и, конечно, порадовали своими кулинарными талантами. Все семьи довольны тем, что смогли принять участие в таком конкурсе. Ну, я уже не первый раз принимаю участие, до этого были миссис Шахтинск, но за положительными эмоциями мне понравилось участвовать в конкурсе, почему бы всей семьей не принять участие, чтобы они узнали, что я чувствовала на сцене. Дочка до этого подсказала, говорит, папа, говорит, давай поучаствуем в этом конкурсе. Я говорю, конечно, для меня это, ну, слова детей, это как закон. Я решил, конечно, проблем нет, будем участвовать. Призы для участников приготовили не только организаторы. В качестве поощрительного подарка двум семьям вручили карты на посещение местного караоке-клуба. Конфуций писал, что государство – это большая семья. Семья – это маленькое государство. И основана она на любви. Главный приз и первое место получила семья Култасовых. Мама, папа и 3 детей живут дружно и стараются все свободное время проводить вместе. Этот конкурс для них – очередная возможность показать свою сплоченность. Хорошо придуманный. Но, мне кажется, многие сейчас не участвуют, не знают, наверное. Но побольше бы таких вот конкурсов. Не только вот «Семья года», но и такие другие творческие. Виктория Мурзинцева, Виталий Силин, Артем Ковалев, 5 канал.